Тина Король в прозрачной накидке со звездами показала лишнее, просто вау-женщина. Украинская певица Тина Король не боится примерять самые эффектные образы, ведь фигура позволяет это делать, в этот раз она появилась в прозрачном наряде. Тина Король занимается спортом и придерживается правильного питания, сообщает Политека.нет. Певица предпочитает кардиотренировки, прыжки на скакалке, а также бокс. Идеальный вес звезды – 56 килограммов. Благодаря тщательному уходу за собой Тина Король выглядит превосходно, поэтому может позволить себе самые эффектные образы. На новых кадрах певица предстала в прозрачном платье с такой же накидкой, немного засветив лишнее. Также Тина Король предстала и в других нарядах, подчеркнувших ее фигуру. Национальная музыкальная премия «Украинская песня года» – так подписала она фото и видео. Тина, ждем вас в Баку. Невероятное, ох, какое платье, какая красивая женщина. По-настоящему звездный лук, восторг. И как это выдержать, это так красиво, я не могу, ну просто вау женщина. Все-таки как я обожаю эту красную помаду. Совершенство в деталях, я фанат вашего образа со звездочками и накидкой, прокомментировали пользователи сети.